Добрый день. Сегодня хочу представить такой упрощенный вариант набора, который был в композиции «Таинственный космос». Там было много больших чаш, в том числе размер 42. А сейчас я на этом опыте, основываясь в том числе, подумал, что можно добиться и, ну, подобного звучания, вполне имея не так много огромных чаш именно. Я взял всего их две сейчас. Это чаша 35, 33 сантиметра даже линга. Чаша 28 сантиметров высокостенная. Еще один линган, это 22 сантиметра. 160, да. Взял чашу 5 металлов. Хорошую чашу 23 сантиметра. Ну, и как бы послушав, и чтобы они были разные. И влезали друг в друга, в том числе, это важно. То есть вот они, матрешки. Это сюда. Ну, то есть все понятно. И поскольку это недорого, все-таки добавить маленькие чашечки решил. Это 13,5. Я выбирал по весу, брал потяжелее, все-таки старался. Но не всегда это срабатывает. Вот взял 11, тоже самую тяжелую. Сработало. И вот здесь она такая золотая, мне очень нравится. Как-то звук у нее особенный. Тоже тяжелая чаша, 14 сантиметров. Вот. Ну вот, можно попробовать. Если цена прошлого набора около 180 тысяч получалась, не всем по карману, хотя приятно, красиво, вот, то здесь это где-то чаша в районе, наверное, 36 тысяч стоит, это, наверное, 22 где-то, ну, то есть 50, там, 65, 70. Это район 90 тысяч где-то, может быть, так это стоит. Ну, можно считать более конкретно. Все-таки важно, что мы сможем услышать.
такой набор вполне серьезное звучание можно для бюджета, если что, наверное, убирать. Вот, например, такую чашу лингам. Может быть, даже одну из этих чаш можно убрать. Вот, ну тогда получается, это будет набор из 5 чаш, да? Вот. То есть останется глубина, останется и высота, и низ, и вибрация останется. Вот, и в то же время какая-то компактность. Ну и цена, разумеется. Все, спасибо.